прошлом году начали функционировать 101 школа в Демском районе и 5 детских садов. Кроме того, после капитального ремонта продолжили свою работу 5 дошкольных учреждений. В результате горожане получили для своих детей более 2000 мест. Эта информация была озвучена на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности столичного образования в 2012 году. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. За счет городского бюджета проведен капитальный ремонт 97 образовательных учреждений. В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы проведен ремонт и созданы условия для инклюзивного образования в 10 школах. А уже на 2013 год мы вот эти виды работ также будем организовывать в 14 школах. Первыми также в Уфе мы внедряем вот эту методику по работе с детьми-инвалидами с синдромом Дауна. Вот как раз вот эти дети, как раз вот они получают помощь специалистов. В настоящее время проводится работа по созданию и регистрации в Уфе Ассоциации частных предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования. За полгода работы данной ассоциации, получается, создано 1500 дополнительных мест в детских садах. Еще один момент, на который обратил внимание первый заместитель главы администрации города Уфы, это указ президента Российской Федерации, по которому среднемесячная заработная плата педагогических работников доведена до уровня средней заработной платы по республике и составляет свыше 20 тысяч рублей. В планах работы столичной системы образования на 2013 год это строительство в Уфе супершколы 21 века. Она предполагает высокий уровень развития научной и научно-исследовательской деятельности, полную информатизацию образовательного процесса и уход от традиционной классно-урочной системы. Айгуль Хурамшин, Руслан Тухватуллин, телеканал ЮТВ.